Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня я, работая в буксе, наткнулась вот на такой сайт, друзья. Называется Bank of Tron. Это инвестиционный сайт на смарт-контракте. Честно скажу, я ни разу в таких проектах не участвовала, ничего не инвестировала никогда в подобных проектах. Ну, слышать слышала, наблюдала как бы, но сама как бы не участвовала. Вот решила попробовать в режиме онлайн. Значит, здесь значок есть. Главное, о проекте, ну, здесь нет ничего. Что они тут говорят? Получайте от 3,7% до 6-7% в день. Децентрализованный и безопасный инвестиционный фонд, основанный на технологии уникальных контрактов Tron. Я еще ничего не делала. Вот здесь можно инвестировать TRX, монета BTT. Это скоро, тоже скоро. Кошелька у меня здесь еще нет. Давайте посмотрим. Здесь вот такие инвестиционные планы. Алмазный план. Ежедневный доход по 3,7%. Здесь вклад, ну, во всех тарифах от 10 монет. Здесь вклад навсегда. Здесь на 45 дней вернется 211,5%, 4,7 в день процента. Здесь на 25 дней ежедневно 5,7% ежесекундно дивиденды. Так, вернется 142,5%. Здесь на 18 дней вернется 120%. Ну и комиссия 2,5-3x везде. Значит, здесь дивиденды у меня здесь все по нулям. Партнерская программа у них здесь 5,2 и 0,5%. У меня нет инвестиций еще. Что они здесь пишут? Bank of Tron автоматически запускается на блокчейне. И его смарт-контракт загружается в блокчейн Tron. Никто не может редактировать или удалять смарт-контракт. Или влиять на его автономную работу. Дивиденды также автоматически выплачиваются через смарт-контракт. Смарт-контракт Bank of Tron генерируется. Ну, тут проценты. Так, на основе ваших инвестиций и распределяет ваши дивиденды на ваш баланс. Например, если вы инвестировали в план 4,7%, то вы получаете более 100% от вашего первого депозита за 21 день. Дивиденды генерируются каждую секунду, и вы можете снимать или реинвестировать свои дивиденды каждую секунду. Когда вы реинвестируете, общая сумма инвестиций увеличивается, и вы получаете больше дивидендов. Ну, здесь реферальная программа. Ну, вот соцсети у них такие. Ну что, давайте я авторизуюсь в кошельке. Здесь нужен Tron Link или Tron Pay, или как он называется. Вот мой кошелек. Сейчас... Попробуем авторизоваться, что получится. У меня там и монет-то мало, правда. Так. У меня БТТ сколько много монет. Я уже и забыла. Ну вот у меня трона 70 монеток. 73 монетки. Вот. Ну давайте я авторизовалась. Что у меня здесь? О! Смотрите, что-то здесь изменилось. Вот мой кошелек с
сразу появился. Мой баланс 73x. И здесь показано, сколько инвестировано. Много. Согласитесь. Далее опускаемся. Значит, нет ссылки. Должна появиться ссылка. Реферально. А, ссылка доступна только после инвестирования. Понятно. Сейчас хочу попробовать, друзья. Я вот все думала, смотрела, куда мне. Вот сюда, наверное, вот в этот, под 4,7. И вернется вот это, ну вот, 211%. Ну, рискнуть можно, да? Попробую я на 10 монет. Вот так, наверное. Что, нажимать инвестировать, наверное? Инвестировать, ну и... Так, что у меня здесь? Так, друзья, вот здесь я даже не понимаю. Надо мне, поставлю на паузу на английском. Надо звать ребенка. Что мне куда нажимать? Подождите, поставлю на паузу. Ну что, ребенок мне помочь не может тоже. Погружен в мир интернета. Будем делать методом тыка. Значит, я так понимаю, вот это мой кошелек. Здесь вот написано Елена. И вот мои монетки, 73 монеты. Значит, мне сюда нажимать, я так поняла. Ну, давайте рискну. Нажала и... Опускаемся ниже, что? И что-то ничего. Ну. Инвестировать я нажала. Так и осталось у меня. Может, не то, что-то я сделала? Так и есть. 73 монеты без изменений. Опять инвестировать. Так. Смарт-контракт. А, это отклонять я нажала. Вот, я сюда нажала отклонять. Надо, значит, вот сюда. Ставим на оригинал. Нажимаю. Смотрите, написано, идет отправка. Так. И вот 10TRX меня подняло выше. 4,7 в день. 18.08. Число. Время. И пошли ваши инвестиции 10TRX. И пока заработано у меня по нулям. Ага, смотрите, сразу появилась... Ссылочка реферальная, вот она стала. Ну что ж, посмотрите, капать начало. Для вывода, включая реферальную, вот 0.05, и пошли монетки. Это если я сюда нажму, и они у меня пойдут на мой кошелек вывести. Вот. Ну что ж, это я... Ой, не могу. Давайте-ка посмотрим, что у меня в кошельке должно списаться монетки. Нет, так и есть почему-то. Странно. Ну, факт в том, что я закинула свои 10 монет. Здесь вот капает. Ладно. Раз у меня там много БТТ... Сейчас кликну сюда и те закину. Все. Так, теперь что здесь у нас? Друзья, вы самое главное не подумайте. Я никого не призываю инвестировать. Я делюсь с вами только информацией. Так что не подумайте ничего такого. Потом буду делиться с вами результатами
Я богата на такую монетку БТТ. Где она у меня? Вот, БТТ. У меня их 655 монет. Ну что ж, уже знаем, как инвестировать. И закинем мы сюда. Так, минимум 10 монет. У меня их там много, я их закину 20 монеток. Так, ну давайте инвестировать. Так, там крестик. 20 монет. Уже знаю на эту вкладочку. Идет отправка. Блин. И вот мои монетки. Видите, меня подняло опять. Этих 20, трона 10. Вот. Куда меня занесло? Ну что ж. И здесь реферальная ссылочка тоже. А Банк оф Трон. Вот. Вот такой вот проект. Смотрите сами, друзья. Я никого не призываю инвестировать. Я сама первый раз в таком проекте участвую, потому что я видела такие проекты, но там такие огромные суммы были, что мне, можно сказать, так, ну, не по карману. Но здесь вот по малёху посмотрим. Вот. Ну, на этом все. Буду делиться результатами периодически и писать видео. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.